После дрожжевого стимулятора я подарю моим растениям вот такую подконку. Магнезия. Одна ампула на 5 литров воды. Но воду я всегда слегка-слегка подогреваю. Ну, градусов 30, чтобы она была, чтобы растениям было комфортно. А какие подкормки применяете вы? У меня есть много разных подкормок. Удобрения приобретенные, сделанные. У меня есть целый плейлист. Заглядывайте. Ну, а я займусь удобрением моих растений. Вот именно сульфатом магния. Потому что магний очень-очень необходим любимым растениям, как микроэлемент. После полива дрожжевым стимулятором прошло довольно много времени. Поэтому я со спокойной совестью и радуясь, что я помогу растениям, проливаю. Но обратите внимание, на влажный грунт, только на влажный грунт даем подкормку. Любым, магний, не магний, все, что даете. И сейчас пролью все мои растения. Именно пеларгонии. Мне их скоро надо будет выносить во двор. Но надо, чтобы они были сильными, закаленными, крепкими. Поэтому необходимо их удобрить. А через 10-12 дней я пролью их касторкой. У меня про это есть фильм. Можете посмотреть. И на касторку они тоже замечательно отзываются. Не спешите выключать видео. Я же обещала вам какую-то очень интересную подкормку, которой я пользуюсь. Действительно, магическая подкормка. Я пользуюсь ею и в огороде для моей клубники. Посмотрите, стакан золы я высыпаю в ведро и заливаю 2 литрами кипятка. Хорошо размешиваю и даю настояться 2 часа. Полученному раствору необходимо добавить марганцовку. Так, чтобы было видно, солнышко светит сильно. Получился вот такой цвет при смешении этих 2 ингредиентов. Добавить пузырек йода. Вот столько грамм. 1 столовая ложка здесь как раз и есть. И получится смесь, которую я и буду поливать. Солнышко перемешивается. И добавляется вот так. Это часть фильма. Весь фильм можете посмотреть по ссылочке, которую я вам предлагаю. А я таким удобрением поливаю и мои цветы. Мне 10 литров даже не хватает. Но, опять повторяюсь, только на влажный грунт. Надеюсь, информация пригодится. Это и есть супер удобрение, на которое отзываются мои цветы. Да вообще все удобрения прекрасны. Любите ваши цветы, удобряйте, ухаживайте, и они ответят вам любовью и своим прекрасным видом. Всего доброго! 16 апреля 2020 года. Екатерина.